Вот смотрите, мы с вами не первый раз разговариваем. В каждой беседе вы воспроизводите, просто как мне кажется, ну просто совершенно гениальный вот МО Кончаловской. Ну, насчет там детей, которых надо воспитывать, пока там не было поперек, насчет обид. Вот и есть несколько вот этих прекрасных у вашей мамы высказываний, которые вы любите цитировать. А своего родителя почему-то вот мне не приходилось слышать из ваших уст, чтобы вы какие-то тезисы и высказывания... Ну, почему? Есть одно и навсегда. Которое? Когда ему предъявили претензию, что такое, вы всегда говорите, и при Сталине, и при Брежневе, и при Хрущеве, как-то все в порядке. Он сказал, Волга течет при всех властях. Это тезис навсегда. Поэтому, в принципе, так сказать, уже одного этого тезиса достаточно для того, чтобы сказать, стоп. Это, может быть, очень завышенное ощущение себя, но это очень большая самозащита, это очень важно. Да, насчет Волги, это, кстати, я не слышал. Это потрясающе. Это вы не часто цитируете? Или... Ну, нет, я вообще не занимаюсь цитированием постоянным. Но, нет, но Кончаловскую достаточно часто. Но согласитесь, что я цитирую совсем разные вещи. Потому что то, что я сейчас вам сказал, то, что говорил, вы слышали первый раз. Это эксклюзив. Ну да, да это, поэтому, а потом это не цитата, это руководство к жизни. Угу. Это же не просто я цитирую фигуру речи. Это мне помогает, это дает мне... повод, задумавшись об этом, поступить так, как надо было бы поступить, как хотела бы, чтобы поступила мама. И тут нет зависимости от нее. Я предпочитаю прийти на интервью абсолютно, так сказать, чистым, как лист. Тогда ты не становишься рабом сформулированных, так сказать, ответов. Поэтому, как спросили, так, учитывая, что качество ответа заключается вообще и зависит от качества вопроса. Я очень к Жене отношусь с уважением, я люблю его, и мне всегда с ним интересно. Поэтому тут совершенно не важно, о чем говорить. Тут важно, как опять же мама говорила, не важно, что важно с кем. Поэтому я люблю к нему приходить и, так сказать, всегда знаю, что это, по крайней мере, мне будет интересно. Никита Сергеевич, вот считается, ну, как вы знаете, про вас много чего считается. Вот в частности считается, что вы очень любите власть, то есть быть около власти, причем типа любой. Вот какая власть, неважно. С другой стороны, значит, считается, не считается, но как бы вы с ней рядом бываете. Это дворянское вот это служивое или это, наоборот, желание властвовать? Такое режиссерское, я бы сказала. Я считаю, что власть от Бога. Угу. Я считаю так. Любая? Любая. Абсолютно. Угу. А в каком смысле? Когда вы говорите «власть от Бога», то вы что именно имеете в виду? Вы имеете в виду вот верхушку, высшую власть или любую власть? Потому что ведь на более низких уровнях властных тоже кто-то кому-то начальник. Вы говорите про что? Ну, вы знаете, я думаю, что любая власть от Бога, так или иначе. Ну, не начальник же ЖЭК от Бога. Ну, может быть, да нет. Но давайте не будем путать, так сказать, эти понятия. Человек, который скажет, вы начальник ЖЭКа, я воспринимаю человека от Бога. Это, так сказать, идиот говорит. Ну да, я сейчас говорю не об этом, я сейчас говорю не о том, что любой начальник ЖЭКа от Бога. Я говорю о том, что если верить в то, что каждый человек ходит под Богом, и волос не упадет с головы человека без воли Божией, то человек, который становится начальником ЖЭКа, он становится так или иначе по воле Божией начальником ЖЭКа. Хитро, конечно. Нет, я именно это имел в виду. То есть, правильно ли я понимаю, что вот имеется некоторый такой кокон невидимый, да, силовой? Энергетический такой кокон власти. И человек может вступить в него в ряде случаев. Вот он не был там начальником ЖЭКа, и вдруг, и он начальник ЖЭКа. То есть сам по себе он был рядовой человек, но имелся вот этот вот для него приготовленный кого-то кокон. Бога. И вот, значит, его как бы Господь так его туда. Да. И он вступил, и... Да. Абсолютно так. Так.
Тогда я хочу спросить вот что. А в случае... Ну, он так же и перестанет по воле Божьей быть. Ну, понятно, пинком ему поджог не идет. Господь-то ведь не только может указывающим перстом, но и крепкой ступней. Вот. Нет, а вот смотрите, но тогда, если это так, то в демократической системе, то есть когда имеются выборы, значит, тогда народ является носителем гласа Божьего, потому что, в общем-то, накидал бюллетени, и вот у человека власть. То есть выразите, Бог работает через народные массы, через электорат. Прости, Господи, такое слово. Ну да. То есть глас народа – глас Божий? Нет. Как? Ну так, ну понятно, какая штука? Сейчас, еще раз, одну минуточку. То есть глас народа – не глас Божий. Погоди, секундочку. В обществе, где происходят выборы, да? Да. Абсолютно убежден, что и в этом случае на это есть воля Божия. Абсолютно в этом. Промысел. Сброс, например, бюллетеней, это тоже промысел Божий. Ну, если он происходит. Да, если он происходит, конечно. Конечно. Как и все. Моя мама говорила: бойся людей, для которых власть – мечта. Иди за теми, для кого власть – это крест. Власть – это крест. А для того, для кого власть – мечта, и он ею обладает, его надо убирать от этой власти. Если он не может слышать людей, если он не имеет возможности и желания сделать их жизнь человеческой, чтобы не приходилось ехать откуда-нибудь из Барнаула или из Омска или из Дальнего Востока, для того, чтобы рассказать президенту, что у тебя течет крыша. Ну, невозможно все время уповать только на президента и надеяться, что я попаду на эту встречу и расскажу о моих проблемах того или иного региона. Это должно решаться на местах. А это может решаться только тогда, когда будет грандиозная, серьезная, обеспеченная государственная программа «Приборка в стране». «Приборка в стране». Я-то вообще считаю, что власть должна быть наследственной, как при монархии. Но, наследственной? Конечно. Я монархист вообще. Вы сознательно говорите «наследственная власть»? Я говорю про монархию. Я не говорю про премьера или президента. Я говорю про монархию. Я монархист. Потому что я считаю, что единственная серьезная ответственность у человека, который передает страну, может быть перед детьми, а не перед партией. Вот перед своими детьми он отвечает точно. И проклятие детей за то, что им оставили, страшнее, чем проклятие партии. Правильно? Да, очень интересно. Ну, это так или нет? Да, да, да. Да. Поэтому абсолютно. Я считаю, что для России, так сказать, реальным и естественным это может быть монархия и просвещенный консерватизм. Ну, это моя личная точка зрения. Она, так сказать, а будет... если попадется человек, которому, извините, будет насрать на проклятие детей, это что делать тогда? Ну, тогда он не монарх. А стране-то каково? Нет, а людям? Говорю, так... Правильно. Я же не говорю, что берем любого, и, так сказать, это же, так сказать, выкристаллизовывалось-то веками. Я же говорю про монархию, а не про самозванцев. Он тем, кто потом цари, которые были после Николая, все цари, они же были царями. Сталин не царь, что ли, был? Царь, еще какой. А Брежнев, а Хрущев не царь? Царь, а неограниченная власть первого секретаря. Только эта власть-то была незаконная, они цари были незаконные. Поэтому так все и шло. Но дело не в этом. Сейчас чего там, так сказать, глупо об этом рассуждать? Да. И можете коротко, почему? Ну, понимаешь, достаточно знать, как он погиб. Вы имеете в виду то, что он сам командовал своим расстрелом? Да. Колчаку приписывают фразу: «Не трогайте артистов, проституток и кучеров. Они служат любой власти». Колчак был прав? Ну, наверное. Ты лампу-то прикрути. Коптит. Я ничего не понимаю вообще. Лучшая работа в мире. Лучшая работа в мире. Лучшая работа в мире.